Всем здорово. 4 июля. Я еще пока в командировке. Добиваю по ремонту сеялки. 3 сеялки вот скомплектовал, уже собрал. Подкатил сюда на мойку. От бочки будем мойку ставить и мыть. Потом где-то что-то подкрасим и на место хранения в бокс. И вот забирали в прошлом году, в этом году по весне забирали оттуда. По кировцу там немножко позанимался, обломился у меня на коллекторе на водяном краник вот этот, чтобы воздух спускать. Сейчас знакомому отвезу, он высверлит там, всегда выручает, молодец, привет тебе. И будем на место ставить. Скворечник я снял. Шеф сказал, будет красить его, чтобы он не отличался от остального кировца, от всего по краске. Вот такие вот дела. Еще поставил на 4-й ящик высевающий. Поставил. Теперь жду, когда парни появятся. Толпой закинем его сюда на место, и я буду комплектовать очередную сеялку. По кировцу техуход сделал, масло заменил, двигатели, фильтр масляный, фильтр топливный поменял, масляные фильтра в этом гидробаке поменял. Там у нас другие стоят, не наборные, не сетчатые. Как же называется, XX2000, по-моему, или 200, XX200, по-моему. Я фотографию ставлю. И вот специально для дозатора знакомый посоветовал. Такой этот фильтр, который в комплекте идет, мы не стали ставить. Из-за него, говорит, гул в кабине такой. Потом начинает масло греться. А вот мы масло взяли, тоже знакомый посоветовал, специализированное масло залили в гидробак и без проблем. И фильтра вот эти меняем, как в этом, в двигателе масло меняем, и эти фильтра тоже меняем. Вот так, ну, отработали нормально, без проблем. Насчет чего-то по дозатору я бы не сказал, вообще без проблем отработали. Фильтра тоже там не текло ничего, масло не грелось, гидробак был в меру горячий, в меру теплый. Это давление больше я не добавлял, как вот как при установке поставили, подкрутили там полоборота и все на этом. Рулевое легкое. Ну, такое масло мы гидравлику заливали. Таких 50 литровых канистрах взяли, 200 литров. Вот еще одна готова к водным процедурам. Все, вчера моечку испытали, сеялки помыли, как новенькие. Еще подкрасим, где облупилась краска. Вот отличается. То не помытая еще, серенькая, та еще не собратая. Все как новое, даже 7 провода отмылись. Вот такая вот мойка. Как с магазина. Вот одна последняя осталась. Вчера высевающий поставил на место. Сеялки уже в бокс загнали. Тут вот стоит 4-я, вот это 5-я. Кировец сюда пригнал на мойку тоже. Духовку мы сняли на покраску. Сюда он в гараж занес. В гараже покрасим. Потом на место поставим.
трактор, сеялки, все туда в бокс загоним. И на этом все, сезон мой закончился. Поеду я домой. На этом попрощаемся. Всем удачи, всем пока. Все, предфильтр снял. А то мы в ангар не заедем. И вот этот кусочек сейчас сниму тоже. Тоже мешает по высоте. Такой лайфхак я придумал, чтобы вот этот кусочек не крутился. Две проволочки туда поставил, загнул и затянул. Оно держится.